С вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Comment Buy. На этом объекте сейчас буду выполнять дополнительные работы по герметизации чугунной печи, вот этого вот канального выхода с основным телом. Печка Везувий, панорамным стеклом, чугунная, ну и плюс чугунная дверца, конечно, в панораме. Почему эта работа стала передо мной, объясняю. Заказчики сначала поставили печку, примерили, посмотрели, потом вынесли на улицу, протопили. То есть вот этот канал выносной, его демонтировали. А когда его демонтировали, то здесь появляется щель. Щель довольно большая. Сейчас вам покажу, как она выглядит. Смотрите, видите вот эта щель с палец? Ну и здесь где-то по 4-6 мм с каждой стороны. То есть вот это надо сделать герметично. Здесь что я буду делать? Вот этот вот квадратный шнур, который вставляется вот сюда. Видите, как плотненько? Такие вещи, они эксклюзивные, да, квадратные, к сожалению. А вот этот шнур будет использоваться для того, чтобы толщина его 6 мм, а этого 14. Вот сюда прослоечка, ну и дополнительно герметиком, потому что все равно будут зазоры, надо будет замазать. И после этого печка, конечно, будет герметично стоять. Никакого подсоса воздуха не будет. И вот так выглядит работа после установки ремкомплекта. Под вот этим герметиком термостойким стоит термошнур. Потому что даже если выйдет герметик из строя, а он рано или поздно выйдет, скорее всего, термошнур керамический останется внутри. Нигде подсоса воздуха не будет. Надеюсь, видео было кому-то полезно. Кому надо за герметизации, будете знать, как это делается, но будьте готовы к комплектующим, что если вы хоть раз ее разберете, вам надо будет ее ремонтировать. Все, с вами был Дмитрий Михайлов, Comment Buy, подписывайтесь на мой канал, заказывайте у меня монтаж дымоходов, покупайте у меня дымоходы, всем хорошего настроения, пока!